Добрый день, друзья! Я Быстрый Олень вновь с вами. Сегодня 11 мая в метро Торонто Convenience Center приехал народный артист России Сергей Безруков. Спектакль «Хулиган. Исповедь». В зале нет свободных мест. Добрый вечер, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья. Здравствуй, Торонто. Спасибо. Спектакль, который вы увидите, необычный. В нем сочетание самых различных театральных жанров. Но самое главное, что это спектакль-мистерия. Спектакль-исповедь одного великого хулигана, который когда-то жил на великой русской земле, Сергея Есенина. Итак, мы представляем вашему вниманию единственный в своем роде спектакль «Хулиган. Исповедь». Быть поэтом – это значит тоже, если правду жизни не нарушить, чужие души. Быть поэтом значит петь раздолье. Чтобы вырвало тебя известней, соловей поет. Ему не больно, у него одна и та же песня. Канарейка с голоса чужого жалкая, смешная погремушка. Миру нужно песенное слово. Петь по-свойски. Даже как лягушка. Сегодня у нас завершаются наши гастроли по Канаде. Вы неотразимы.
Вы помните, вы любите, вы искренне. Спасибо за ваши слезы. Спасибо за ваши настоящие эмоции. И сегодня говорят, что так 7 человек утрачено. Здесь еще не утрачено. Здесь вы живы. Дай Бог вам здоровья и счастья. Спасибо. Все равно эта жизнь полюбилась, так полюбилась, как будто вначале. Взгляд этой женщины с тихой улыбкой, я уже взволнован, какие плечи. Тройка проскачет дорогой зыбкой, я уже в ней скачу далече. О, мое счастье и все удачи, счастье людское землей любимо. Тот, кто хоть раз на земле заплачет, значит, удача промчалась мимо. Жить нужно легче. Жить нужно проще. Все принимая, что есть на свете. Вот почему, обалдев над рощей, свищет ветер, серебряный ветер. Браво! До новых встреч. Быстрого оленя мечты сбываются.